Мне необходимо сбросить данные пустых сосуд. Поиск. Сосуд для хранения найден. Начинается загрузка. Прикинь, да, девчонка думала, что нужна флешка какая-то. А флешкой-то оказалась она сама. Загрузка завершена. Ты не имеешь понятия о том, что только что произошло. А, я знаю, что это больно. Что случилось? Свободное место для загрузки было обнаружено в коре твоего головного мозга. Ты в моей голове? Это неудобно. Верни меня. Сперва убери силовое поле. Верни меня, или я уничтожу вашу орбитальную станцию. А почему бы не сделать это прямо сейчас? Мои шансы на выживание будут выше, если я не буду привлекать к себе внимание. Я думаю, что у тебя есть такие силы. По-моему, ты напуган. Тогда я уничтожу тебя. Я испытываю технические трудности. Не двигайся. Не двигайся. Не двигайся. Ошибки. Перехожу в спящий режим. Я не хотела тебя напугать. Но что происходит? Теперь у меня раздвоение личности. Ну как раздвоение личности? Компьютер вот этот сидит у меня в голове. Хорошо, что он заснул. А то я бы так и в психушку мог загреметь. Потому что посторонние-то этого компьютера не слышат. Получается, я сам с собой разговариваю. Это прикол. Ладно, убираемся с этой территории. Вроде как ворота разблокированы, и это хорошо. Вон, я вижу уже отсюда, что они разблокированы. Все, мы покидаем это убежище. Спасибо за все. Я надеюсь, что эта штука меня в конечном итоге не убьет. А то очень быстрый финал будет у этой игры. Ты слышишь этот звук? Вот этот вот. Такое ощущение, что где-то геолокатор работает. Только понять не могу, где он. Да тут совсем рядышком. Мы сейчас с тобой пускаемся на глубину 300 метров. Хорошо, что здесь есть пузыри. Надеюсь, мы здесь не встретим никакого гигантского монстра, который нас сожрет. Вон плавает уже гигантская какая-то нечисть. Ой, опасна какая штука. Слушай, и чем глубже я спускаюсь, тем, по-моему, сильнее этот геосигнал. Ладно, лучше мы туда не будем пока плыть, а поплывем мы вон к той вещичке, которая у нас отмечена на радаре. Пока всплывал наверх, наткнулся на небольшой ящик. Что это такое? Ого-го, дружище, ты тихо, тихо, тихо. Ты побывала в святилище? Ага. Видела что-нибудь необычное? Например? Твои биометрии и странные показатели. Может быть, это неисправность? Я хочу убедиться, мы отправляем одноразовый биосканер. Возьми образец и отправь его в грузовой ракете. Окей, я займусь этим. Нашли с тобой баллон высокой емкости. Это очень здорово. Ого, сеструх какая шустрая. Смотри-ка, уже сбросила биосканер. Эй, ты! У нас проблемы. Если ты отправишь образец, твои хозяева придут за нами. Если не отправлю, они все равно придут. Верни меня в святилище. Чтобы ты снова меня запер? Нет уж. Тогда я скрою свое присутствие. Начинай сканирование. Ну вот, начались семейные разборки с моим компьютером, который сидит у меня в голове. Так, надо что-нибудь пожевать срочно. Давай съедим рыбёхи. Вот так получше будет. Так, не вижу на радаре где. А, вот, 170, совсем рядышком, 170-160 метров. Сейчас скоро приплывем к этой штуке. Становится все интереснее и интереснее. Особенно, когда я подружился с этим компьютером. Что мы здесь имеем? А, подожди, так это вот эта штука пищала, походу. Это хранилище, которое мы сейчас откроем с тобой. Там чертежи в этом хранилище, я понял. Открываем. Что мы имеем?
Биосканер. А, подожди, это вот биосканер, который сеструха мне прислала. А где другая штука? 30 секунд. А другая штука вон там. Блин, чё, плывем за ним? Вот она, эта штука у нас, кислорода 30 секунд, надеюсь, я успею. Забираем, что тут у нас? О, отлично, водичка, аптечка и что-то еще. Согревающий гель. Ну ладно, спасибо. Это очень нам пригодится. И нам пора бы уже вернуться на базу. Кислород мало, надо съесть пузыри. И у нас сразу же началось жесткое обезвоживание. Хорошо, что есть водичка. Фух. А, кстати, про аптечку забыл. Нас же там цапнула одна рыбеха. Здоровая. Все, мы приплыли домой. Фух. Вот это вылазка была. Давай глянем, что мы там достали. Согревающий гель. Морозостойкость 120 секунд. Воздействует на температуру тела, создавая дополнительный теплоизоляционный слой на неопределенное время. Пригодится, полезная вещичка. Правда, я еще ни разу не замерзал, но, видимо, скоро мне это предстоит очутить на своей шкуре. Биосканер давай поставим в панель быстрого доступа и посмотрим, что это такое вообще. Для чего? Че, вроде как пришелец говорил, что он скроет свое присутствие, и я могу спокойно произвести сканирование. Ну, давай попробуем. Как это сделать-то? О. Сэм, я взяла образцы. С виду в норме. Хорошо. Отправь его как можно скорее. Грузовая ракета должна появиться у тебя на экране. Сделаем. Место нахождения сигнала загружено в КПК. О, вон он, сигнал. Остров с грузовой ракетой. Ну чего, пойдем отправим. 500 метров, ой-ой-ойшки, как далеко плыть-то. Еще и ураган на улице, ни черта не видно. Так, вот эти вот маяки надо скрыть, чтобы они нас не отвлекали с тобой. Все, теперь нас ничего не отвлекает. Только ракета и только пляж. Смотри, ты видишь это? Так ощущение, что там дым идет. Очень много дыма. Это куда я приплыл? Тут что, гейзеры, что ли? Реально, это гейзеры? Вау. Вау, вау. О, останки какие-то. Что это такое у нас? Мореход. Последняя запчасть от морехода. Правда, я не собрал... Это, конечно, все круто, но я сборщик транспорта еще не собрал. А без него никак. О, это что, литий, что ли? Реально литий. Смотри, краб! Он, интересно, дружелюбный? Не, он меня не коснет. Как тебя зовут? Камнедробитель. Он, по-моему, безобиден, да? Ты же безобиден? Вроде как да. Ой, лучше я не буду к тебе подходить, у тебя там такие клешни здоровые, что ты меня раскусишь на раз-два напополам. Так, еще литий. Ну все, мы вроде бы приплыли. Вроде бы здесь где-то рядышком. Вон, там еще краб, смотри, бродит. Прикольно здесь живность. Ладно, всплываем наверх. Ракета где-то здесь. О! Поплывки вижу. Ага, нам сюда. Только как нам залезть на это все дело? Вот, мне не получается. Давай с островка попробуем зайти. Вот так, да. Вижу, тут КПК лежит. Что там в нем? Док для морехода. Острова с грузовой ракетой. Сектор 0. В общем, здесь описано происшествие, что мореход где-то застрял, и его до сих пор не вытащили. И застрял он именно в тех извилинах, которые защищает инопланетную базу. По пути, пытаясь выплыть, он начал сбрасывать модули и тем самым все растерял. Пилот сказал, что оставил корабль где-то на отмели. Так что есть вероятность, что мы где-нибудь, когда-нибудь найдем мореход. Не факт, что, конечно, в целости и сохранности, но... А может быть, я уже его нашел? Точнее, его запчасти. Взять кристаллическую серу. Нифига себе, это тут у нас огромная яма с серой. Круто. Заберем это, конечно же, все. А где ракета, собственно? Ракеточка где-то здесь должна быть ты у нас. А еще я очень хочу покушать. Ну вот, снег пошел. Надо поскорее бы ракету найти и валить отсюда. Пополните запас жидкости. Ну, конечно, все, начинается. О, кстати, я давно хотел отсканить... Где вот эта штука? Во, вот эту штуку. А ее нельзя отсканить, прикинь. Ну ладно, нельзя так нельзя, пойдем. Пойдем наверх. Где-то здесь должна быть ракета. Вот радиомаяк. Ух, молнии какие шальные.
О, смотри, база какая. Офигеть. Кстати, на мою очень похоже. Помнишь, я такую же смотровую площадку делал? Чё, пойдем внутрь? А где, кстати, ракета? Я так ее и не нашел. Капец. Заходим внутрь. У них есть, интересно, питомцы? Здравствуйте. Можно к вам? О, кстати, кофе, я пить хочу. О, и вода. Отлично. Я очень хотел пить. Это все съедаем. Вот так. Это выпиваем. О, да. Отлично. Аптечечка, батончик. Кофейку еще заберем. Фух, на дверь закрыта. А то что-то холодно. Задувает. Вот так-то. Стоечку пока сканим. О, кофе готово. Смотри, кофе теперь здесь увеличивает температуру тела. Плюс 50 к температуре. Ну-ка, давай выпьем. Правда, минус 2 к воде. Но ничего. В общем, я сейчас здесь все отсканирую, всю мебель. И мы продолжим наше с тобой исследование этого жилого модуля. Блин, по идее, в этом модуле-то жить можно. Нафиг мне та спасательная капсула? Здесь вон изготовитель есть, смотри-ка. Надо его отсканить на всякий пожарный, мало ли. А то вдруг и эту базу лавиной накроет. Шкафчик. Пустой, правда? Ничего в нем нету. Почему-то не могу отсканить кофейный автомат. А вот на стенную полку могу. Пойдем зайдем в эту комнату, посмотрим, что у нас здесь есть. О, спальня! Здесь у нас все. Ящики закрыты оказались. Поднимаемся на второй ярус, на нашу смотровую площадочку. Правда, мы сейчас ничего не увидим, потому что там у нас буря идет. Хотя нет, в принципе, все видно. А где ракета? Я вот отсюда ракет не вижу. Странно. Очень странно. И у меня дежавю. Такое ощущение, что я играю в первую Субнатику. Очень похоже на мою смотровую площадку. Что ж, поскольку на улице уже темнеет и там очень плохая погода, продолжать искать ракету, я думаю, что мы будем с тобой с утра. Пойдем лучше поспим. Если тебе понравилась эта бомбезная серия, то с тебя лайкос, комментос, а также подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео. Ну а я спать. О, да, наконец-то.